9 часов утра, а триммеры уже ревут на всю Дашкову песочню. Окашивают пешеходную дорожку, как и просили местные жители. Территорию официально включили в план работ. Прокашивание территории от бассейн «Капитан» до 71-й школы. Вот также у нас ведется окос территории в Октябрьском районе по улице Новоселов, по улице Зубковой. В первую очередь, к 1 сентября будет уделяться внимание на школы и детские сады. Социально важные объекты в приоритете, однако не забывают и о других территориях. Помешать может только погода, при этом именно сильный дождь. Сегодняшняя морось косцам препятствием не стала. Еще и техника помогла. В данный момент у нас ежедневно работают 5 тракторов с косилками. Вот. Один трактор работает непосредственно здесь, возле бассейна «Капитан», остальные раскиданы по районам. В график масштабной городской стрижки коррективы вносят только обращения жителей города, на которые дирекция благоустройства оперативно реагирует. Поэтому, если у вас под окнами автокосилки еще не работали, самое время оставить заявку. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».